Ах ты, Боже ты мой,
триумфа на удачу. Паутинку в окне, паутинку в окне, я очнусь наконец и заплачу. Ах ты, Боже ты мой, ах ты, Боже ты мой, наконец я вернулся домой. Ах ты, Боже ты мой, ах ты, Боже ты мой, наконец я вернулся домой. Испытавший в скитаниях стужу и зной, переживший и шторм, и тонад, и торнадо, я приеду домой, я приеду домой, и клянусь, мне другого не надо. Ах ты, Боже ты мой, ах ты, Боже ты мой, наконец я вернулся домой. Ах ты, Боже ты мой, ах ты, Боже ты мой, наконец я вернулся домой. Еще песня Высоцкого называется «Белое безмолвие». Тоже отчасти посвящено туризму. Туризмом я сейчас по мере возможности занимаюсь, поэтому мне эта тема близка. Все века и года, и эпохи подряд, к теплу от морозов и вьюг. Отчего же эти птицы на север летят, если птицам положено только на юг? Слава им не нужна и величие, вот под крыльями кончится лед, и найдут они счастье птичье как награду за дерзкий полет. Что же нам не жилось, что же нам не спалось, что нас выгнало впрочь, прочь по высокой волне? Нам сияние пока наблюдать не пришлось, это редко бывает сияние в цене. Тишина, только чайки, как молнии, пустотой мы их кормим из рук. Но наградою нам за безмолвие обязательно будет звук. Как давно снятся нам только белые сны, все иные оттенки снега занесли. Мы ослепли давно от такой белизны, черной полоски земли наше горло отпустит молчание, наша слабость растает, как тень, и наградой за ночи отчаяния будет вечный полярный день. Север, воля, надежда, страна без границ, снег без грязи, как долгая жизнь без вранья. Воронье нам не выклюет глаз из глазниц, потому что не водится здесь воронья. Кто не верил в дурные пророчества, в снег не лег ни на миг отдохнуть, тем наградою за одиночество должен встретиться кто-нибудь. Песня на стихи Юрия Левитанского, автора «Мещуки», опять же, называется «Песня человека». Человеку живется горько, у него и сервант, и горка. Если он и женат под боком, а ему все выходит боком, он в квартире своей томится, перед ним океан дымится, острова в океане дымятся.
родитель. Нет ни горки и ни серванта, обстановочка серовата. Мне в квартире не надевает. Человек плывет в океане, он клянет его в угоду душу. Он во сне уже видит сушу и кишит океан акулами. Запретный, очень любит он плод запретный. Он в тесном трамвае едет и совсем никуда не едет. Все равно он куда-то едет, все равно этим плодом бредит. Он к нему растирает руки, на губах ощущая сладость. Он не может. И горка, есть Иван и жена под боком, а ему все выходит боком, а ему все выходит боком, а ему все выходит боком. Название у нее «Ангел». Надо сказать, вот, Журавли.
Шевелится грузный лед, все ждать и ждать.
сестра милосердия.
да правда плюнуть, да растоптать вся та радость, что, брат, не хватит сил и не надо. Так живи, как жил, не падай мертвым, отдай покой, и это точно ты же. Пока живой, кровоточишь прочих, ответов нет и не будет. Так устроен мир и люди, что любить, тогда кругом потери, что любить. Автор слов просит Мандельштам. Я вот не сомневался в поменьше. Пальцы рук не остывают.